Так, ребят, всем привет. Свет включил на всякий случай. Короче, съездили в город, сделали кое-какую закупочку. Сейчас показываю, что купили. Первое, что меня дети попросили показать, это вот пряники. Тут пряники с начинкой ароматом сгущенного молока килограммовые. И пряники с начинкой аромат клубники. А, еще вот это Егор поставил. Это печеньки мы уже излюбленные брали. Цены я постараюсь где-нибудь писать, когда буду монтировать. Дальше. Батончик черкизовской колбаски. Мы всегда берем Светик, уберем в холодильник, пожалуйста. Дальше. Сосиски классическая «Папа может». Тут пачка 959 грамм. Короче, почти килограмм. Майонез. Ты думаешь, я, да, если бы я одну взяла вместо двух. Две баночки сгущенного молока. Стул надо ставить ее. Две пачки пшено. Так, как показать-то? Тут одна, видимо, надорвалась, что ли. Да, одна надорвалась. Аккуратно ее в стул сюда вниз положить. Да. Так, дальше. Здесь это у нас уже в магазине брала. Хлеб взяла, как обычно. Две белого, одна черного. Так, и здесь я взяла три упаковки шейки куриные. Три пачки взяла. По 73 рубля пачка. Так, это салфетки влажные. Деткам взяла пирог. Так, это пока сюда. Давай. Пять пачек масла сливочного. Там есть еще вообще масло, нет? Морковка Светки. Корейская. Что это, Свет? Ну, чтоб она убрёт. А, молоко. 2 литра молока. Показываю, ребят, быстро, потому что мне надо в город ехать. Так, давай мне его сюда, этот мешок, я покажу. О, 9 килограмм стиральный порошок. И дальше фрукты, овощи показываю. Картошку взяли пакет, но папа на улице, видимо, оставил. Там полный пакет, вот такой же полный пакет картофеля. Но он на улице остался. Дальше, потом из фруктов что взяла? Груша конференция по 65 рублей, полный пакетик купила. Персики по 110 рублей. Помидоры по 85 рублей. Яблочки свежие по 95 рублей за килограмм. Но это все, я вам цены беру. И лук. У лука цену не спросила, честно говоря. Вот такие вот в целом все покупки. Закупка небольшая. Сейчас поеду в город, мне надо по делам. Поэтому, если интересно, оставайтесь со мной. И да, я вам обещала показать помидорки. Я вам показываю. Вот смотрите, ребята. Как они краснеют. Кто срывает постоянно их? Папа. Папа, еще кто? Ну, Ваня с Мариной постоянно сдирает. Вот здесь это один. Мы уже с них много помидорок снимали. Видите, тут уже красненькие. Прямо. Они такие, видите, вот самый большой размер. Вот они. И здесь вот. Так, ребят, мы со Светой съездили в город. Сейчас сначала быстро покажу полуфабрикаты, которые я набрала. И потом объясню попозже для чего. Короче, это что у нас? Картофельные зразы. Иди, уноси сразу же. Пасекунчики с картошкой. 2 пакетика. Тут 2 килограмма их будет. Так, аккуратно. Котлеты рыбные. Килограмм тоже. Так, где-то еще были. Дай. Это я сейчас позже покажу. Котлеты куриные и котлеты какие, по-моему, Света, домашние, да? Рябушка, да, котлеты. Короче, по килограмму всех котлет разных взяла. Дальше взяла мясо, свинину, грудинка, вот такие вот 2 куска. Потом дальше взяла куриное филе, 1,5 килограмма. И взяла обрезь свиная, тоже тут килограмм. Хочу накрутить фарш. Будем сегодня делать. Дальше. Заходили в Фикс Прайс. Закончилось моющее средство. Купили вот такую бутылку Фейри 249 рублей. Потом взяли вот такой вот шампунь. Вот такой вот. А? Так,
Так, это я покушаю. Я знаю, что детский закончится. Это я покушаю, покажу. Так, также взяли. Маша, забери его. Куриный ролл, там 3 пакетика. Думаю, он закончился. Зубную пасту большую взяли, она закончилась. Мариночки резинки взяла. И вот такие вот еще заколочки ей для волос. Так, все, из этого все. У меня пришел, извините, мой органайзер. Дальше, что мне показать? Вот это вот покажу сначала. У меня кроссовки такие, что воздуха нет. Я себе взяла вот такие вот недорогие по распродаже. 700 рублей вот такие вот. Они более лучше дышат и мягкие, пальцы в них не болят. Потому что от кожаных у меня очень сильно болят пальцы. Дальше. У Светы, как вы знаете, нынче выпускной будет. И мы на распродаже за 700 рублей тоже увидали ей вот такие вот туфли. Они сзади замочек и вот такие вот. Завтра мы пойдем с Машей, с Катей и с Оксей тоже им брать обувь. Держи. Еще один у меня заказик остался. То, что я приберегла для Вани и для Марины. Ваня, Марина, идите Ваня, сюда. Ваня. Для Оксаны мы потом закажем того, кого она сама захотит. Марина, кого ты хотела? Киси-миси. Киси-миси, длинные ноги. Как она по-другому, Маша, называется? Мама, длинные ноги. У нас тут женщины некоторые очень красиво вяжут мочалки. Та-дам! Да, подожди, Ваня. Марина вот такую вот просила. Марина, она одевается на руку и можешь мыться. Вот так вот. Мама будет ее мыть. Тебе мама, нравится? Да. Да, вот такая вот мочалка. Девочки, ссылочку на группу оставлю в описании. Вишерские, кто хотите, заказывайте. И теперь смотрите, Ваня кого хотел? Радужного Хаги-Ваги. Вот такой вот у него тоже вставляется рука. И вот такой вот радужный Хаги-Ваги. Сегодня пойдут они в баню их уже обновлять. Все, ребят, вот такой вот в целом были покупки. Если понравилось, ставьте лайки. Сейчас мы сходим еще в овощной Мина купить капусту и сахар надо взять. Сахар не купила, завтра сахар в городе куплю. А сейчас капусту куплю. Мясо перекрутим, сделаем ленивые лупцы. Если интересно, оставайтесь со мной, будем вместе с вами готовить. Так, ребята, мы сходили в овощной магазин, но сначала я покажу вот это. Взяла деткам шоколадное мороженое. Света! И Оксана! Мне белые оставьте, остальным всем раздавайте все, что на это. Потом ребятки орешки взяли. Кефир 2 литра. Еще литр кефира. Егор, я тебе вот такой дезодорант взяла. Егорушки дезодорант взяла. У него закончился. Прокладки. Еще 2 пачки прокладок. Дальше. Так, дальше взяла творог. Маша, да, в морозилку прибери его. А подожди, Маш, не прибирай в морозилку, мы его сейчас сделаем. Хлеб. Тут что-то хлеба так много уже, я что-то хлеба сегодня всегда много взяла. Кошкам корм взяли пакетик. Убери пакет. Дальше из овощей что взяла? Морковку. Капусту 4-5 вилочков таких маленьких взяла, больше там не было никакой. Забыла, что у нас уже огурцы свои, взяла немножко огурцов. Вот, ребят, совсем из головы вылетело. И взяла капусту еще такую для салатика. И взяла ребятишкам на подарок вот такую вот штуковину. Тут смотрите, много всего, и пенал, и ластики, и карандаши, и все. Тут нигде не написано, что в комплектации. Но вот смотрите, блокнот, пенал, карандаши, фломастеры, восковые мелкие, еще одни карандаши, ластик, точилка, линейка. Вот такой набор, цена на него 349 рублей. Ребята, это для всех.
все вместе за столом, не драться, идут и рисуют. И, кстати, любимый персонаж у Егора. А здесь сзади, кстати, потом можно что-то, видите, вырезать, что-то сделать можно. Я так поняла, косынку на голову. Нате, все. Все, иди играй. Вот такие вот в целом покупки. У меня сейчас Егор перекручивает мясо. Сейчас покажу уже, сколько он накрутил. Он у меня молодец. Остатки мяса перекрутит, и мы будем с вами делать ленивые голубцы. Вот так вот мы сегодня с вами забабахаем. И еще, наверное, сделаем тефтель. Так что, если интересно, оставайтесь со мной. Так, дорогие друзья, ничего не снимала. Короче, сегодня мы кучу делали ленивых голубцов. Завтра вам их покажем после разморозки. Ну, после заморозки. Сейчас они в морозилке лежат. Сегодня у нас на ужин пюре, колбаска и вот такой вот вкусный фиолетовый салат. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Есть еще корейская морковка. Кто захочет, себе положит. Всем приятного аппетита.